Я все же скажу. Ребят, все, кто мучается бессонницей, вот не может долго уснуть, страдает и не понимает, как же заставить себя спать, вы просто обязаны себе купить эту книгу. Она называется «Убийство в спальном вагоне». Наталья Александрова. Иронический детектив. Вот я сегодня проснулась в 5 утра, бодрая, красивая, улыбчивая, пополивала цветы за окном, сделала вот по дому всякие мелочи и думаю, слушай, такая рань, ляг, почитай. Легла. Время сколько? 9:26. Глаза открываю, думаю, да, почитала. Это просто, ну это, вот понимаете, две строчки я вырубилась. Я всю, вот понимаете, вот этот вот клочок дочитать не могу, боюсь. Боюсь сейчас начать, чтобы снова не уснуть. Закончится или нет, непонятно вообще. Но это не книга, это какой-то, ну это вообще, у меня нет слов. Ей-богу. Еле проснулась.